Дорогие друзья, хотим порекомендовать вам интернет-магазин милитари одежды Armaline. Armaline – это украинский производитель качественной одежды и снаряжения для активного отдыха, туризма, охоты, рыбалки и, конечно же, копа. И самое интересное, у них есть одежда из компьютерных игр «Сталкер», «Ассасин» и только что вышла линия одежды из культового сериала «Панишер». Такого точно больше ни у кого нет. В общем, заходите, смотрите, покупайте. Ссылка будет в описании под видео. Скажите, что от Артура и Жени получите скидку 10%. Правильно. Вот бегает, я с собой взял, думаю, может волк. Когда ближе подошел, собака. А дичь там какую-то лупишь, не? А? Дичь там, фазанов там. Ну сейчас нельзя, утку дал вам. Утку можно, да? А, так, бать. Ясно. Да. Будет время, заезжайте в гости на шашлык. Я еще тут буду стоять 2 недели, а потом переезжаю. Понятно, понятно. Хорошо. Всем привет, ребята. Короче, прибыли мы на старое место. Село на одно, которого уже нету. Пастух сам тоже копатель. Пастух сам, да, тоже. Говорит, монеты находит. Монеты находил, и царские, и советы ранее. В общем, ну сейчас мы попробуем что-нибудь найти, правда? Ну, я думаю, попробуем. Сказал, что утюг нашел там какой-то чугунный. Древнегреческий, да? Да, в общем, говорит, ну, какие красотки там бегают. Овец пасет, с ружьем ходит там. Вон, раз, и бежит. А то козленок. Да, я видела тоже козлята. Глянь какой. Вот красота. Бегут за стадом. Нельзя отставать. Волк за зад укусит. Глянь. Прям топот такой. Стадо. Глянь, бегут все на свист, да? Ага. Глянь. Молодцы. Дрессированные. Классно. Так, и ну погодка что? Хорошая, поначалу погодка, дождь был. Дождь был сегодня, конкретный был, конечно. Думали, мы зря, на полдороги приехали, едем, да. Думаем, хана. Ну, дождь кончился, земля, правда, сырая, мы прошлись по траве, все мокрые, короче. В общем, сейчас пройдемся, попробуем здесь локализировать, где что было. Да. Может быть, что-нибудь удастся. А, пастух тоже ходит по этому, по андрозику. А, тоже, говорю, карта тебе. Я думал, он продвинутый собака. Говорит, у меня карта есть, навигатор. Все есть, короче. Короче, у каждой собаки у нас тут, блин, металлоискатель. Только самый ленивый без металлоискателя. Да. В общем, как-то так. Раньше в цене монеты были, а сейчас упали цены. На все. Все ходят, все ищут. Там у нас старые кладбища, там, где вот тут лесок, он там видно. Лесочки. Значит, 800-е и начало 900-х годов там люди лежат. Хутора вот туда по Балке там были. Здесь, говорят, какая-то немецкая колония была еще. Да, хорошие тут места, просторы. Да, но если люди ходят, все... Побежали, у меня уже посмотрим. Руки чешутся, хочется да, все, уже что-нибудь будет, накопать. Мы, конечно, покажем. Давай, все. Погнали. Короче, да. Идем. Находок как бы по металлолому ноль, но зато какую штуковину мы нашли, да? Да, он глянь, вообще обалденный какой. А ну, пойдем. Смотрите, ребята, вау. Крутяк, да? Мы рыли здесь, копались. Да. Глянь, какой огромный. Короче, пастух этот уже 5 лет здесь копается. Так что... Класс. А то дуб стоит у нас. Глянь. Да, вон, ну, смотрите, ребята. Дуб здоровезный, по-любому там клад зарытый. Ну, классный. Да. Хутора здесь были, пока. Села, ну, пастух там. Колесо, ага, пошли, что там такое. Жена идет, говорит, смотри, что здесь валяется. Так, где такие здесь? Впечатления иногда дороже, чем... Да. Ой, ты что-то находишь. Да, такое редко, да, смотрите, вот это ребят. Мы первый раз такое видим. Да, это ж какое-то, как оно, жерно? Или наверное. Как? Или каменное колесо с повозки, точно? Да, не, мололи. Ну, не знаю, ребята, точно. Когда что-то вставлялось. С какой-то древней мельницы. Ну, реально древняя штука. Ну, да. А может и нет.
Ну, насколько оно древнее, не знаю. Классно. Короче. Ходить здесь не переходить. Да, ходить здесь, конечно, есть где, но... Так как здесь были все, кроме нас уже. Да. Пастух говорит, сюда постоянно кто-то приезжает, ходят. Значит, сам он там самовар какой-то нашел, да, говорит. Ну, на крайний случай можно на вспаханное поле пойти. Что он сказал? Пояс немецкий. Не-не, да? Ну пояс, да. Шутный. Медаль, короче, медаль. За ранение немецкую за 3000, говорит, отдал на ВЛХ. Ну вот это, конечно, штуки. Одна и вторая, блин. И третья. А, ну да. Вот это прикол. Вот с чего они делали его, да. И камень такой, да, вот ну как песчаный какой-то. Обалдеть. Может, под ним надо поискать, а? Да. А здесь вот тоже, ну, просто камни, кирпичи, камни какие-то. Ну, бомбезная штукень. Ладно, попробуем походить. Хотя здесь по андрозику ничего не было, да, почему-то. Да. Но валяются вот такие вот гарманы, германы и всякие... Привычно их называть германы. Да, мы их любим германами называть, да. Правильный гарман. Ну ладно. Пошли, время мало. Да? Ну все, ищем, ребята. Может, все-таки что-то удастся найти. Мы еще покажем, какие тут будут находки. Ладно. Иду я, в общем, ребята, оттуда. Смотрите, жена где-то там еще по балке бродит. Ага. А я, ребята, не могу пройти мимо. Вот так вот, смотрите, на поле стоит такой вот лесок. Это, ребята, не просто лесок, а внутри этого леса стоит памятник погибшим, видимо, солдатам. Сейчас мы подойдем, посмотрим. Что за памятник? В общем, ладненько. Сейчас подойду, покажу. Вот такие вот здесь березы растут. Роща такая березовая. Вообще березы для нашей местности это не наши деревья, значит. А здесь кто-то посадил такую вот рощу, сделали березовую аллею, или как ее назвать, не знаю. Красота. Смотрите. И стоит памятник героям Красной Армии. Наверное. Ладно. Советским солдатам, скорее всего. Все здесь заросшее. Крест такой. Звезду такую. Кто-то краской из баллончика, видимо, нарисовал. Стоит такой вот солдат. Нету никаких ни надписей. Деды-герои. А ну, память вам, деды-герои. Вечная память вам, деды-герои, кто-то написал. Все. Потому что... Кто-то здесь хорошо помародерничал. 9 мая, День Победы. Видите, 9 мая, День Победы. Вот так вот он сзади. Памятник сделан. И одна табличка здесь осталась. Жужа ДП, 1894-1944 гвардии рядовой 74-й гвардии стрелковой дивизии. В общем, вот такие вот дела. От всей доски почета ничего не осталось. Мародеры. И сзади ничего нет.
все. Вот такой вот забытый памятник. Кто, когда поставил, ничего не известно. Ладно, находок нету, пусто вообще. Идем налегке. Жаль, место пустое. Уже не один год битое. Да, ездить по таким вот местам, где на картах Шуберта нарисованы в нашей местности, походу это уже голый номер. Надо что-то искать. Что-то искать такое, что-то возле села какого-то живого еще. Там еще можно что-то будет покопаться. А вот эти вот выбитые уже хутора такие, урочища. В большинстве уже никем здесь всем, ну, в общем, ничего не найти. Толком ничего сегодня вообще не нашли. Ладненько, все, погнали. Будем до машины пробираться. Ну что, Артурчик? Ну что, ребята, всем привет. Давно не виделись. Прибыли мы на место. Похолодало. В прошлый раз мы еще были как-то... Еще более тепло было. Сейчас дубарь собачий, сырость. Надеемся, погода еще вернется к нам в ноябре месяце. Но на данный момент холодно. Значит, прибыли мы. Сегодня решили поехать разведать новое место. Посмотреть новые места. Едем, тут такая красота открывается, вообще прелесть прям, да? Да. Такие долины идут, обалдеть. Наверху какое-то строение было. Там был уже кто-то, по карте домик. Кто-то ковырялся, видно было. Кирпичи выковырял. В общем, на карте, на андрозику, стоим мы вот где красная стрелочка, видно? Да. Красная стрелочка сзади нас. Домик прям на красной стрелочке. И слева от нас хутор Раздеры. Да? Да. Раздеры. Хутор, по идее, где-то вот здесь вот должен быть. Там где-то. Сейчас мы доедем. Леску. Там прям лесок. И внутри мы смотрели на карте Викимапе. И там у нас в самом лесу такие просеки есть. Кстати, да. Смотри, какая груша или что это, да? Ага. Ух, нифига себе, здоровая. А ну-ка, сейчас я... Я таких не видел. Сколько, смотрите, сколько грушек, ага. Или яблочек. Грушки, что это? Грушки, дикие какие-то яблочки. Сейчас пойдем посмотрим. Проверим, грушки. Такое. Ням-ням. Оно кустом каким-то растет, необычно. Ага. Ну что, ребята, если что будет, мы вам покажем, расскажем. Да, если это смотрите. Видео вышло, то значит мы что-то нашли. А мы все равно что-то сегодня должны найти. Надеюсь, должны найти. Да. Все, ребята, смотрим, не переключаемся. А мы поехали дальше. Да. Что там? Ничего, снимаю. Снимаешь. Ребята. Спустились вниз, сейчас будем пробираться, оказывается, здесь уже кто-то побывал. Да, дороги туда нету, как бы, в самом лесу нам надо попасть. Если прибыли, видимо, уже недавно точно так само, как мы, кто-то спускался. Да. Здесь машину поставил, вылез и такой думает, надо походить. Раз сигнал такой, раз выкопал, закопался, такой чик-чик. А вторая такая девушка такая и шла тут, наверное. Правее тоже такая, о, у меня тоже что-то тут выкопалось, там швурдяк какой-то попался, они закопались и решили идти дальше. Ну как мы все, короче, да, мы всегда ходим друг за другом, по одним и тем же тропам. Друг за другом по пятам, да. В общем, ребята, ну как-то у всех так. Копателей одна чуйка, что надо туда заехать и туда пойти. Все, погнали? Погнали. Все, погнали. Мотор, ребята. Переехали мы, значит, с того Раздеры, да, или как, да, там хутор. Было, хутор Раздеры. В общем... Сильно там все заросшее, пройти нереально. Да, место там глухое, убитое. В общем, сигнала в ноль. Как бы одни только савдеповские пробки попадались. Да, все плохо. Все довольно-таки плохо. Решили мы немного переехать.
переехали в Братний Дар. В общем, вот оно, где мы там находимся. Видите, Братний Дар. Да. В общем, здесь, как видим, кирпичи валяются, были домики, фундаменты. Машина вот там стоит. Идем, в общем, пошли вверх. Наверху была мельница там, какие-то тоже постройки и огороды. Ну и по пути нам монетка, ребята, все-таки выпала. Идем, и выпадает нам, уже подсмотрели, но это рамочник, друзья. Советы, рамочник. Тут очень покопано, скажу сразу. Место копанное, перекопанное. Возле машины там все перерыли. Вот такая вот монетосина. Сейчас мы посмотрим, что 20 копеек. Вот так вот. Холодно сегодня. Это просто не передать словами, ребята. Сохран хороший. Да, ну такая, ну... 56-й, 55-й. У меня руки аж не имеют, не знаю. 55-й год. Хорошая монетка. Ну такая вот монетосинка сегодня. Свежачок. Дубарь. А Женя курточку сняла. Да. Сейчас оденемся, пойдем дальше. Тут наверху, блин, холодно. Я уже на себя лично натянул все, что можно было натянуть. На курточку одел, в общем, еще и свитер. Ну, вот так вот идем. Сегодня холодно, очень холодно. Но мы идем, не сдаемся. Будут находки, мы вам покажем. Все. Боже мой, лишь бы только проехал. А, мне так страшно. Реально, сегодня домой мы, наверное, не вернемся. Ах, давай, детка, давай. А, бедная наша Беха. Там дальше еще лужа. Ух, занесло. Ладно, бежим. Ну что, вот мы, ребята, и прибыли на наше местечко. Укомплектовался, ветер на улице такой пронизывающий, такой холодный сегодня. Холодно, конечно. Женя уже побежала. Идем, сейчас попробуем сначала сделать небольшую разведочку. Значит, стоит моя бедненькая машинка грязная. В общем, находили мы в этих краях раньше всякие древние предметы. Попробуем мы сегодня что-то отыскать. Попробуем мы сегодня именно отыскать поселение. Ну, где-то же оно было здесь, какие-то стоянки, какие-то поселушки были. И все, мы пытаемся их найти. Были, почему? Потому что мы смотрим карты, а здесь очень много древних захоронений наверху. Поэтому что-то здесь было однозначно. Но никто не знает, что и где оно находилось, когда, в общем, наверху идут курганы. Поэтому вдоль вот этой вот балки у нас, балочка, идет по карте Вихимапии. Мы смотрели и углядел, я так сказать. Женя уже побежала туда. Не знаю, не видно вам, наверное. Значит, углядели мы некие пятна на полях. Пробуем, они прям как улица идут. Ну, захоронений с той стороны вообще, с той стороны балки, там вообще массовые захоронения были, какие-то древние курганы. Где-то же кто-то здесь когда-то останавливался и жил. А где? Никто ничего не знает. Неизвестно. Вот мы уже какой год пытаемся найти, никак найти не можем. Находили, конечно, там, что мы там, проколки шерстивские, лусову. В том низу мы находили камень, обтесанный камень, посмотрел. Интересный обтесанный камень, явно древний камень, явно он был обработан вручную. Поэтому будем сейчас идти в ту сторону и пробивать, значит, выискивать, где оно, что было. Все, оставайтесь, ребята, вместе с нами. Sorry, извиняюсь за качество.
Объектив, как всегда, не протер. Ладно, поехали искать. Прямо. В общем, решил включиться. Прошли мы то поле. На поле, скорее всего, пятна были. Эти пятна в советское время или... Да нет, даже не в советское, наверное, раньше. В общем, вывозили просто там с фермы навоз там и все такое вместе с мусором. И оно как будто бы вот так вот в рядочек все и было. Разгребли, потому что там встречались пробки. В общем, кирпич. В общем, явно такое уже наше времен мусор. Ушли мы с того поля, спустились вниз до балочки. Здесь, конечно, ходить хорошо. В общем, и ветер уже не такой сильный. Вот так вот здесь травка зеленеет. Ну, не знаю. Пока идем. Находок нету. Но будем надеяться, что что-то нам еще выпадет. Здесь мы еще не были, эту балку не проходили туда до конца. Так что сейчас пройдем, посмотрим. Все. Идем, ребята. Вот, спустились мы вниз. Балочка здесь такая. Да. И вот тоже, смотри, левее от тебя. И впереди тоже. Точно, какие-то земляные валы. Там. Вон там в посадке. Он, может, не будет хорошо. Один там. И второй. Где-то вон там, я так понял. А где-то большое дерево. Вот. Да, вот там какой-то вал тоже. Не знаю. Такие вот здесь. Круче. Балка. Каменка. Как она называется? Блин. Ладно. Идем. Идем. Фух. А, если кто здесь и ходил, то только 1000 лет назад. Здесь вообще нога человеческая в последние годы, мне кажется, не ступала. Ищем, идем. Сейчас так хорошо, здесь травы нету. Вообще замечательно. Тут перешли мы через эти камыши с той стороны на противоположную сторону. Идем, жена говорит, пошли туда сходим. Имперская дорога. Имперская дорога была здесь. Ну, иду я. А ну покажи, медью. Покажи, где мы идем, в принципе, так. Вон дорога. Не знаю, мы еще не посмотрели, но сигнал медный. Видите, вот это Шуберт рисует дорогу. То есть мы стоим прямо на дороге, получается. Вот она, по сути, дорога. Походу, она не менялась. Вряд ли она особо менялась. Ну, плюс-минус, левей-правей. У меня сигнал. У меня был сигнал. Сначала один, потом рядом второй. Может быть, не одна монета быть. Значит, смотрите, ребята. И попалась нам все-таки сегодня монетосинка. Империя? Не знаю, сейчас посмотрим. Подожди, сейчас фокус будет. Ну, похоже на империю. Ну, медью била, поэтому похоже на имперскую монетку. Да, я вижу, николаевский формат или 1 копейка 24 года. Это либо 1 копейка николаевского формата, либо 1 копейка 24 года. Ну, сейчас почистим, посмотрим. А я даже здесь монетосину. Нет, это совет. Совет 24-й? Стопудово. Вообще совет тупой? Ну, била у меня как империя. Тебе что же? Медная она. Да, 1 копейка 24-го. Блин, ну 24-й, ну... Все равно. Блин, я думал имперчик. Я думал. Ну, копейка 24-го года тоже копейка, не часто. Копейка, но года не видно. Она тоже не часто, и если бы... Если она... Ладно, ребята, копеечка. Влади лучше видно. Да, 24-й год. Вот такая вот моя. Да, СССР. Герб Советского Союза. Ну, выцепил все-таки. Я здесь монетой. Удивительно. Мы, конечно, не по империи, не по монетам шли, но решили... Пройдемся. Идем мы. А здесь речка. Преграда нам. Даже вон там можно было перейти. Уже прошло. Вот это преграда. Ой, блин, ой, блин, ой, у меня все. Лопаты, металлоискатель. Все.
Вот так вот. И грибочки растут. Ну все. Пошли. Вот это тут в этом году горело все. Все камыши, вся трава выгорела. Все, пошли. Подходим уже ближе. Вот они уже, эти белые тополя впереди нас. А? Сверху он лежит, наши две монеты. Наши две монеты? В смысле? А-а-а. Женя уже нашла. Что ты, полтинник и десюлик, да, украинские не стали снимать? И я нашел 10 копеек украинских. Женя, пятачок. А у нас еще одна. О, смотрите, ребята, рассыпуха. Рассыпуха, а ну фокус. 10 копеек, и вот еще один. Это моя. 50 копеек. Женя еще 50 копеек нашла, и где-то еще десюлик. Ну что, о, блин, ну смотри, украинские монеты валяются, да? Ты их так и оставишь, да? А нафиг они не надо. Пускай лежат. Будут будущим нашим копателям. Будут знать, что здесь украинцы где-то бегали. Пошлите. Что там? Вот это на болтажник ты нашла. Что оно такое? Ствол. Ага. Какая-то фигня, видишь? Какой-то кусок ствола, что ли? Как-то не знаю. Это лом. Все, ладно, пошлите. Уже хотели уходить, Женя говорит, пошли, наверное, еще возвращаться. Нам возвращаться, машину мы оставили. Ребята, это просто капец, мы сами в шоке, короче. Ну, нам надо аж где-то за горизонт идти. Вот там, где эти большие деревья, я не знаю, куда-то. В общем, очень далеко. Ну, в общем, хватит нам, ля-ля-ля. Да, давай. Нашла Женя монитос. А это, говорит, если была монета, сразу выпала. Да, она ищет, ищет, найти не может. Ага, то выпала. В траве. А ну покажи-ка. Ну, СССР, это понятно, да? Похоже на трояк. Не. 70-го года, наверное. Да, наверное, позже. Сейчас мы посмотрим, что это. Ну, на РК что-то здесь было. Посмотрим, какие годы здесь. Ой, блин. Вот, я... вот. Ага. Посмотрим, что здесь, какие годы. Да, 3 копеечки. Это по-любому позднее. Ну да, темная сильно. Темная сильно. Ладно, чистим. Сейчас почистим. 61-го года. 61-го? Вот так вот. Лучше бы я ее не находила. Да. Ну что, видно? Показы. 61-й год. Крутяк. 3 копеечки. Не знаю, будем мы отсюда уходить. Нету смысла здесь нам шариться. Хорошо, хоть уже хотел камеру вырубать, в общем, ладно. Пойдем, будем возвращаться до машины, да? Все, ребята. Выпала монетка. Ребята, ну только выкопала Женя вон там монетку. Значит, она опять она копнула, говорит, монета. А у меня тоже сигнал был. Смотрите, ребята, я значок выкопал. Вот какой-то значочек был. Так что, может, даже мы поспешили сказать, что мы отсюда будем сейчас уходить. Есть смысл по советикам пошариться. Какая-то буква П или что-то. Кстати, а ну, Жень, почисти. Смотрите. Не знаю, что он такое. Ну, здесь, кстати, значочек, кстати. Вон зацеп. У меня, что ли, 63-го года. Короче, по советикам. Двоечка. Две копеечки. 56-го или 63-го. Ну, по РК здесь что-то было, а копаем все поздние советы. А ну, такое. Монетку подержи. Ага, давай. Ладно. Вот так вот, ребята. Все-таки мы сейчас попробуем побегать. Главное, вот там было покопано. Типа Олимпиады. С той стороны, на поле вот там вот. Было вдоль балки той покопано, а сюда... Ух ты. Кто-то танцует.
А, это танцы, смотри, прикол, да? Ну, типа гимнастика. Ага, так она такая, сохранчику. Почистится, вот нормально. Все, на эмали остались. Прикол. Застежечка есть. Сейчас ладно, мы и накопаем. Сейчас уже советика нароем. Ладно, и шли искать черняков, да? А вышли на советы, ладно. Ну, хоть так. Не сложилось у нас сегодня покопать что-нибудь по древности. Будем так копать. Ну что, ребята, на этом все. Вот такой вот у нас сегодня улов. Ради чего все это было. Мусор всякий. Значит. Ну что, мы территории исследуем. Да, исследуем. А по пути собираем, что попадается. Значок вот такого танцора там какой-то, да? Гимнастка. Гимнастка. Наоборот. Вот это 1 копеечка 24 года не выпало. Уже не. Два совета и два этих. Два советика, короче, и две украинских монетки. Ну а по сути, ради чего мы и шли, в принципе, сюда. Мы однажды были здесь. Нашли вот такое вот на поле каменюку вот такую вот. И вот все-таки решили мы ее забрать. Значит. Она на поле лежала, одна одиношенькая, интересной формы такой, обтесанной. В общем, вся она заглаженная. Такой вот камень. Явно рукотворный этот камень. И что он здесь делал, нам тоже было интересно. Музей шмурдяка. Музей такого вот каменного века, короче, заберем. Такой вот камень. Он явно древненький. Что-то им делали. Ну вот и все. Еще по ходу забрал я. Прихватил с собой вот такую вот гантелю. Нашел. На металлолом пойдет. Ну и кусок вот такой вот. Какая-то ножка, да? Железяка. Да. Загрузила Женя меня. Как вот, знаете, собаку. Бульдога тренируют сверху там железо какое-то, да? Вот это и я так само, только что и шел в рюкзак положили эту каменюку. Ну все, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорых встреч. Как оно так, сейчас, вышло? Давай, да я выйду, покажу крутую дорогу. О! Короче, супер трасса. Дорога вообще жесть. Жир. Просто. Моща. И машин нема, и дороги нема. Короче, веселуха. Вот так вот. Вот так по нашим трассам ездить. В общем, ребята. Едем. Мы опять с Артуром на щечетки заброшены. Да, едем домой. А здесь целая улица, смотрите. Смотри, целая улица. Стоят заброшечки. Сейчас мы в разведочку сбегаем. Опять Женю оставили на шухере, короче. Сидит в машине. А мы погнали в заброшки. Все, ребята. Сейчас попробуем проникнуть внутрь. Хотя бы вон там заброшечка такая, ничего стоит. Да и там есть несколько штук. Все. Сейчас попадем внутрь. Я включусь. Так, фокуса нету. Ребята, ну все. Вот так вот. Все. Погнали. В общем, ребята. Все, смотрите. Домики стояли. Фух. Сейчас пойдем посмотрим. Есть тут какой-нибудь вход. И вообще. Что здесь есть? Целая улица брошенная. Нету никого. Улица, может, даже село какое-то. Да ты же гонишь. Кто здесь? Стоит. Да нахуй. Пошли лучше туда, мне кажется, там точно заброшено. А тут уже есть двери, викна, я все на месте. Давай постучим.
Хотя лавочка есть. Даже пти, прищепки висять. Не прикалывайся. Да нема тут никого. Юра, нету за них. Говорит, что есть. Да ну нахер. Хотя прищепки висят какие-то. Нереально, чтоб тут кто-то был. Киньте, сейчас туда выходит. Что вы тут делаете? Света нету. Как тут можешь жить? Да нет тут никого. Там нет. Гараж стоит целый. Там кто-то на кровати лежит, по-моему. Что так? Жуткое место, конечно, капец. Юра где-то умчался. Ну, гаражик тут закрытый. Гараж ничего так. Даже колеса стояли здесь какие-то. Здесь вот накатано. Короче, непонятная заброшка. Все закрыто. Ну жутко. Жуткое местечко, конечно, ребята. Это жуть. Не знаю. Нереально, чтобы кто-то жил. Он там внутри делать особо нечего. Бомжатник какой-то. Где Юрка делся? Где-то побежал в следующей заброшке смотреть. Сейчас пройдемся. Посмотрим. Короче, ребята, сейчас включу дальше. Вот так вот. Села в Украине вот так вот вымирают, ребята. Один за одним. Юра! Ты что за хрень? Яма какая-то здоровезная. Вот еще одна с крышей стоит. Смотрите, вообще. Тропа здесь какая-то. Впереди Юрка выбежал. Пробежался уже, наверное. Опа. Еще один дом стоит. Разваливается. Капец. Что здесь за
свинарник какой-то. Этот домик типа был. Вот такое вот брошенное. Опа. Видали? Все брошенное. Все поумирали. Никому оно нафиг не надо. Смотрите, оно еще стоит. Домина. Жутко здесь, конечно, ребята. Понимаю, что здесь раньше люди жили. А сейчас вот так вот. Прям ух, туда в то окно заглядывал. Там темнота. Кровать стоит. И как будто бы там кто-то лежит на той кровати. Ну, навряд ли, конечно. Ну что там, живет кто-то? Да навряд ли. Ты заходил? Ну, я в окна смотрел. Там жуткое, конечно, место такое. А что здесь? Ничего, пошли, тут жуть, жуть. Что? Иди туда входим, позаглядаем, как все чувака подарил. В общем, смотрите, еще один дом. Ну, уже Юра говорит, там делать нечего. В общем, вот так вот. Целый поселок вымер. Жуть. Конкретная жуть. Никто даже на кирпичи не разбирает. Хорошие домики еще были. Вот так вот стояли здесь, смотрите. А здесь такая вот. Сейчас иду. Балочка у них так. И все. На краю света живут люди. Жили, точнее. Уже никто не живет. Ну, посуда. Опа-на! Что здесь написано? Цена что-то 28,60. Что? Чайник. Все, ребята. Сейчас пойдем еще, может быть, в ту вдвоем заглянем в заброшку. И будем ехать домой. Да. Все. В общем, ребята, вернулись мы к этому номер 8. Смотри, крючок с этой стороны, да, висит? Смотри, крючочек с этой стороны, значит, что там такое? Закрыто? Оно закрыто. Все, кто-то закрыл. Заброшка, но под охрану оставили. А ну, посвети туда. Вообще не видно. Она свечи. Ты что, видно мне? Да еще там видно. А. Ну, какая-то кровать. В общем, ничего там. Интересного нет внутри, да? О, оно есть, видно. Что есть? Плохо, стул там, 6 хломик. Ага. А ну посвети, мой, будет видно сейчас. Только... И нам, и мне не видно. А, о! О! Сверху видно, все, заглянь. Ага. Ну-ка, будет фокус. Ничего там не видно. Угу. Ну, короче. Сядь, кровать. Телек даже есть. Капец, он сверху. О, да-да, я вижу телевизор. Света нема, телеки. Капец, да, свет здесь отрез. Ну, полы стоят, все. Конечно. Капец. Да, кто-то курит. У нас сигареты кто-то курит. Какие-то бомжики. Телефон флай, документы. Какие там телефоны. А что за... Херня. Номер один. Дмитро Бычков. Да, это же наш депутат. Когда это был? Какой год? Да, год те два назад. Да. Значит, свежак да. еще принципиально. Тут даже видишь, что все, колодец прикрыли, чтобы этот самый мусор туда не падал. Что, еще есть, да? Ну ладно, это погнали тогда. Вроде все
типа, говорит, что где-то есть. Все, уже вечер, ничего не видно. Ладно. До скорых встреч, друзья. Ставьте лайк, если кому понравилось такое зрелище. Жуткое зрелище. До скорых встреч. Пока. Так, приехали мы уже на наше место. Да, Юра, я надеюсь, голодался. Находочки нас Юра, ждут. Всем привет. Всем, да, привет. Друзья, подписчики, комрады, прибыли мы на очередное местечко. Вон утки полетели. Смотри, да. Там летают. Я думаю, что-нибудь, да, значит, будет. Правда, сыровато. Место старое. Для моей обуви. Да, говорила, будет резиновая сапоги. Короче, будем сегодня исследовать вот это и вот эти два поля, на которых встречалась керамика, как древняя, так и не очень. Не очень. Но все равно, мы сегодня втроем попробуем что-нибудь отыскать. Все, смотрим, не переключаем. Окей. Давай. Что ты тут нашел? Свинцовое, оно подойдет, что это не мое имя. Во-во-во, что это? Матня. Не, это пуля. Пуля? Там вроде это ямка, яка ще раз воно завдало. Мы находили здесь тоже пульки, вот такие же самые. Может, с недоделанием какие-то пенсии? Не знаю, ну это, может быть, нет, тут нет, тут просто вмятина, видишь, нет, да? Там дырки нет. Это просто дробь, картечь, короче. Ну, бля. Ну, мы же находили здесь такое же тоже, да? Так что это, ну, не случайность. Гадость, да? Да. Кстати, вот черепки, да, какие-то лежат на дороге. В общем, здесь большое скопление керамики на этих полях. Вот тоже идет Юра, значит, дорогу проверяет. Женя тоже проверяет дорогу в ту сторону. А я сейчас пойду, вот поле буду прощупывать на ощупь. Короче, походи здесь, сиди. Разгуляться. Будем надеяться, что находки будут. Все, друзья, смотрим, не переключаемся. Короче, ходим. Находки пока не присутствуют. Сигналов, можно сказать, вообще нету. Юра там, за той посадкой, монету нашел. Говорит, Елизавету. Я не смотрела. А я нашла. Он по полю ходила. Это как морской червяк, типа. Доисторический кальмар был. А так выкопала пульку. Типа казацкую. Тяжеленькая. Вот такая. Не знаю, наверное, будем переезжать. Мне кажется, делать тут нечего. Ладно, ищем. Так, друзья, иду, и прямо наверху что-то лежит. Что-то вот такое вот железное. Вот такое вот. Кто может сказать, что это? Какое-то зубило. Здесь как бы заостренное. А здесь как будто бы вот оно вставлялось в дерево. Вот так вот дерево. Не знаю, зубило какое-то. Отвертка. Не знаю, но что-то было. Однозначно оно вставлялось в дерево. Наконечник такой, что ли, блин. На слона, блин. Ладно, не знаю, друзья. Может, кто знает, подсказывает. Дождик, блин, зараза, начинает накрапать. Ну, идем дальше. Ходим, друзья, бродим. И вот моему взору сигнала, естественно, нет. Моему взору вот этот вот предмет припал. Мне кажется, это прясло, друзья. Мне кажется, это прясло. Вот. Видите отверстие? Да, я более чем уверен, что это было прясло. Немножко топорно. Ой. Топорно оно сделано вот так вот. Но это было пряслице.
Керамика, красная керамика. Византия, ребята. Или 700-е годы. Прясло, Жень. Керамическая. Ну, глиняная. А? Керамика. Ну, глина. Глина. Вот такое вот, ребята. Ладно. Было здесь что-то? Было, зараза. Но ничего нет. Жаль. Может, пойдем сейчас немного туда дальше. Посмотрим. Иду по обочине вот этой вот дороги. По дороге прошла, сигналов не было. Нашла какую-то необычную штуку. У меня есть два варианта. То ли это пуля, в чем я сомневаюсь, или, видите, полосочки такие идут. Мне кажется, это была заготовка прясла скифского. Не проколотая. Такая штука торчит. Свинец тяжелый. И цвет такой, мне кажется, это все-таки скифы. Вот такое. Уже Артуру покажу. Эксперт скажет. Ну, судя по вот этим полосочкам, вот они идут. У прясла такие полосочки. Загадочная штучка, конечно. Артур дальше зашел вообще далеко. Вон где ходит. Какой-то небольшой дождик капает. Юра идет. Ладно, похожу вот здесь еще. Артур придет и, наверное, уедем отсюда. Так что смотрим. Ушел я оттуда, иду такой вдоль речки, подхожу, там уже кто-то живет, влазит мне в одну сторону, что-то такое пробивало. И что-то вот такое вот. Металлический кусок какой-то приблуды. Не знаю. Видите? Заготовка наконечника. Да. Ладно, ищем дальше. Все, ребята. Зовут меня уже обратно. Значит, наверное, будем переезжать сейчас. Хотя не похоже, как будто бы собрался собой. Ну почему-то зовут. Я прошел все это поле, он уже до края, чуть ли не до бригады, до этой. Фермер какой-то живет. И ничего, несколько медных пластин с заклепками какими-то. Один кусочек свинцовый. Тупо кусочек свинца. Керамика валяется везде. Вот, вот даже вот сейчас, видите, кусочек маленький, но лежит. Это лепнина, в общем. Есть и большие, и мелкие, и донышко находил. Короче, есть все как бы. А сигналов нет. Вот так вот. Вот что-то такое интересное. Это точило какое-то или что это такое? Вот видите, лежит. Ну-ка. Сори, сейчас. Опа. Сейчас мы посмотрим, что это. Да, это точильный камень. Ребята, камень точильный, скорее всего, правда, какой-то заточенный, вот такой вот, обломанный. Ну, так и все, свет падает, не видно ничего. Все, ребята, не знаю, сейчас будем, наверное, переезжать, мне кажется, меня уже зовут. Так что, может быть, продолжение будет, а может и нет. Все. Давайте. Да, переехали мы на другое место. Да, на том месте приятно. Нам не очень повезло. В общем. Надеюсь, здесь нам может улыбнуться удача. Да, не знаю, да, что с того получится. Дождик чуть-чуть моросит. А то попробуем походить. Ну, там не есть. Ливень, не размокнем. Все, Артурчик. Да. Пошли. Юра нас сюда привез, сейчас покатаемся. Так, друзья, ходим. Сейчас вытру. А, чисто. Так. Прошла я вот там,
конечно, не все обходила. Так, выборочно. И выпадает у меня монетка. Вон она лежит. Била медью. Что за монета? Пока не ясно. А, уже ясно. Это Николаевская единичка. Копеечка. Да, конечно, не то, что я ожидала и хотела увидеть. Да, одна копейка. 1900. Короче, 890 вроде. 1890. Одна копейка. Александр? Да куда? Николая. Николаевская? Ну, прикинь. 99. Я думала, уже деньга маленькая. Короче, вот так вот. Смотрите, потайной ход, ребята. Оп. И нема. Круто. Вот это деревья. Я понимаю. О. Тут пещера такая нормальная. Пещера, да. Женя тут что-то ковыряет. Что там? Да что может быть? Тут насыпь вот это. Сбоку речку сыпали. И вот сюда отсыпали. Видно, как насыпано. Жень, тут глина. Когда дамбу строили. Ладно, ищем. Так, зашли мы в лесок. Женя там что-то ковыряет. Юра куда-то убежал. И у меня, похоже, никелевый сплав. Мне кажется, поздние советы. Так как очень низким значением ВД бьет фортуна. Сейчас я вам прокомментирую. 31, короче. Да, это никель, по-любому. Никелевая монетка. Вот она лежит. Ребята, легенькая. О, ну ранние советы. Стоп, стоп, стоп. Пролетарии всех стран. Ранее, ребята, надо чистить. Ну что, видите, по ободу что-то написано. Возможно, это будет рамочник или щитовичок. По-моему, я вижу щит. Щитовичок ранее. Сейчас я его почищу и вам покажу. Итак, ребята, вот такая вот монетка. Стоп, я ее неправильно держу. Сори. Вот такая вот монетка. Это у нас щитовичок. 1930, по-моему, третий год. Вот видите, 20 копеек. С этой стороны, с этой вот так. Они всегда вот такие вот красные, когда их выкапываешь. Сильно большие такие вот окислы на них. Ладно, берем, идем дальше. Так, язык не показывай. Какая-то странная штука. Юра говорит, что по бокам видит монеты в железной какой-то оправе. Да, вот вроде как монетосик. Ага. И вот монетосик. И вот все, что сверху щедрый кругляшок. Ага. И что это? Короче, типа, быть? Вроде как бы три монетосика. И что? И что? И сейчас мы его расковыряем, почистим и покажем. Ну, а логически? Логически, это монетосы в какой штуке. Логически. Ладно. И как ты его туда достанешь? Я сейчас покажу. Ломать будешь? Да. Нет, вот не надо. Вот ножичком расковыряю и достану. Есть ножичек? Да? Давай, снимай с собой все обмундирование. А, прям сейчас, да? Я дома себе спокойно сяду, почистю. Юра, я ж тебе не сказала, это видарю. Мы сейчас проверим. А, ты забыла сказать, что ты дар. Ой, спасибо, ё-моё, блин, какая добрая душа. Артурчик сейчас бежать к нам будет. Сейчас уже разгон набирает. И начиная бегти. Бегти. Беги. Кись бега начинается. Нет, что-то не спешит. Да тихо, если это монета, то ты сейчас нахер. Это уже монета, что-то похоже. Вот. Я тебе честно скажу, если то монеты... Монета, монетасы? Пипец, а что за херня? Якась. Их аж три тут. Артур! Давай, давай, бежи давай. Сюда, смотри! Чистится. Подожди, дальше не чистим. Не чистим. Вот это такого еще не находили. В железной, да, какой-то фигне. В какой-то железной фигне монетки запаяны, слышишь? Они не запаяны. А что за фигня? Я не знаю, они просто
Короче, залипуха якась. Вот это да. Такого я еще не видела. Нашла железную, вижу, как окислы меди на железе. Юра рассмотрел, говорит, блин, так то ж монеты внутри. Смотри. Это ты нашла? Да. Не понял, какие окислы? Какие вместе? Ты что видишь? Так там три монеты. Ну да. Ты что думаешь? Ты видишь железе? Каком железе? Сложи железе. Артуру, как они были. Сейчас, сложи, сейчас как были. У меня он слонину нашел. Ага. А я, по-моему, нашла эту штуку, с которой вырезали. Оно похоже? Нет. Это. Ничего серьезного. Так ты представляешь, что-то такое. Да, вот так оно было, диви. А я, вон, смотри, какой жир нашел, смотри. Смотри, Артур. Вот так оно было. Да-да-да. Вот так злиплено. Железяки. Железяки, да. Я ее расковырял, бачишь? Там монетки, да? Монетки аж три штучки. И что за монеты? И что за монеты? Кто-то понял, что за монеты? Интересно, закладуха, Женя, однозначно. Ну, так а в чем она? Залипуха. Та це не закладуха, це щось як з кошелька якогось там. Ну, що так, це там бактерія. Ну, дай мені половинку, а ви там. Да, конечно. Юра, може, не буде. А це не наші? Що, Україна, що ли? Та ні, навряд ли. Щось на тризуб похоже, ось ці. Та ні, мені ніколаївський формат. Колосочки, ось і. Да? Ага. Мені, 25 копійок наших. Ой, зараз ти її жахнеш. Пополам зараз жахнеш. Ні, ніколаївська. Ніколаївська. Копійка, одна копійка. Да, прикольно, да? Ну, чого воно так? Як воно така? І приліпло, глянь. Зараз. От це я знайшла. Правда, таке убите. Убите? Зато весело. Не просто тепер догадуватися, що ж оно. Ну, десь заховані в чомусь лежали. Так, може, ти ще що-то єсть? Так, да, одна копійка. Все хорошо повариш їх. Ніфіга себе, так реально. Крутяк. Тут хорошо в соді вивариш. Ладно, ми зараз ще перевіримо. А когда почистим, покажем или вставим фотки. Ладно. Итак, ребята, всем привет. Выехали на место. Ну, в принципе, мы тут уже когда-то были. Сюда, правда, не доходили. Вот тут на тропинке я нашла кинжал срубной культуры, красный маяк. Да, будем всем гулять, ходить. Всем привет. Походим. В прошлом году здесь была интересная древняя находка. У Жени вывалилась кинжалчик, как она уже сказала, бронзовый. Приехали мы опять сюда. Смотрим, река пересохла вообще. Ну, попробуем там походить. Сейчас, может, даже болото помесим, да? Ну. Посмотрим. Походим. Вот здесь вот возвышенность. Интересно, так как бы пойма реки, можно сказать. Ну, коровы пасутся, повырезали. Все, друзья, короче, если что будет, находки мы вам покажем. Да. Смотрим, не переключаемся. Ну что, друзья, Женя к нам идет. Говорит, что-то нашла интересное. Улыбается, говорит, не хочет мне говорить, что она нашла. Ну, не знаю. Какой молоток я нашла. Ты гонишь. Или еще что-то нашла, Федор? А, тю, я думал, ты правда молоток принесла. Ну, кучу пробок нашла, проволоку, пульку, там еще что-то. И что? Да, ешь, оно, ёханый. Да что там такое у тебя? Ты чего? Что? Блин, серьезно, куда-то положила, я не могу найти. А, вон. Тю, так колись. Монитосинку нашла? Вроде 15 копеек. А, это что такое? 50-ка. А, наши украинские. А рамочник нашла? Да? Да, рамочник, походу, нашла. Да никакая там вислая печать. В общем, ребята, Женя рамочник такой нашла. Ничего особо. Свинец какой-то, да? Угу. Угу. Что-то было. Возможно. А может, ну, они... это странно, но мне показалось. Пломба какая-то. Прям, смотри, да. Такое, видишь, патина, налет такой хороший, древненький. Слушай, да. Она мне сразу странная показалась. Видишь, сильно какая-то круглая. Да, она как с двух частей. Вот здесь вот. Ну, не знаю. Ничего на ней нету. Кто-то молотком, значит, пломбу вешал. Ладно, вот такие вот находки здесь. Как тебе
земелька здесь. Да я тут вроде и не копала, я там уже снизу шла по реке. Да, а ты по реке прошла. Земля, ребята, дубовая. А где ты делаешь? Кого? Себе в карман положил. Молодец. На. Ну еще походим. На, вон, смотри, костяшку нашел такую. Ага. Древнюю. Когда ты нашел монету? Да, вот нашел только, блин. СССР. Поздний. Поздний, наверное. Ладно. Поехали на поле. Не, еще чуть-чуть походим. Ладно, походим, посмотрим, друзья. Так, приехали на место. Ходим. Тут какая-то распашка каких-то домиков. Куча кирпичей старых, стекла. Это т.д. и т.п. И у Юры была находочка, да, Юра? Да. Давай чётко, сюда. Чётко. Оно вон лежит. А, ты положил? На обзор. Боже, ты на этот положил. На обзор. Двундель. 1816 года. Отлично. Прям возле дороги. Круто. Зелененькая, классная. Значит, копаем дальше. Думаю, я что-нибудь выцеплю. Все, смотрим. Итак, походив немного по полю, зашла я вот такой лесок. И у меня монетка. 3 копейки 46-го года. Сохранчик просто бомба. Класс. Юра по полю ходит. Вот такая вот. Это уже хорошо. Что же, будем искать дальше. Я, может быть, еще тут похожу немножко. Там большая спашка на втором поле. Там, наверное, не получится ходить. Ну, а здесь, я думаю, можно. Ну что же, продолжаем. Блин, ребята, вы не поверите. Уже сложилось, а все проверила. Вон, глядите, еще монетка лежит. Вот это да. Рассыпушка. Тоже 3 копейки. Советик. Так, 50. 54-й. Так, фокус. Троечок 54-го. Круто. Вот так вот. Ну, ну-ка, сейчас мы еще разочек проверим. Не, больше нету. Короче, вот так. Класс. Фух, аж адреналинчика чуть-чуть словила. Ладно, буду еще ходить. Так, приехали, ходим. На огороде попросились. Правда, он уже выбитый. Наверное, не бывает таких мест, ребята, где не ходила нога копателя. Ой, блин, все, копали, перекопали. Так, у меня поверхностный сигнал. Какой-то, наверное, советик. Вот такая вот монетка. Еще и поздняя, зашибись. 67-го года, ребята. Это, конечно, жесть. Ну, как есть, блин. Ладно, копаем дальше. Идем мы вот этой вот толоке, как ее называют местные. Для нас это огороды. Значит, и выпала у меня первая монетка. Правда, ни о чем. Мне кажется, даже Украина или еще что. А, не, не рамочник, да? Не, копеек, 10 копеек украинских. Блин, что это за монета? А, совет. Блин, думал Украина, СССР, ребята. Покамись так, 54-й год, да? Короче, рамочник, друзья. Рамочник там 50 какого-то года. Ну, как-то так. Первая монетосина. Идем ищем. Надеюсь, все что-то будет интересное. Не советы. Приехали по старине.
ПГМ поискать. Все, ищем. Так, друзья, ожидали, конечно, что будет немного пожирнее это место. Прошлись. Женя уже прошлась вниз, вверх. Я вот спустился, короче, сюда вниз. Иду в обратную сторону. И вот у меня вторая монета. Не знаю, что за монета. Что-то было. Сейчас посмотрим. Вот так вот оно в грудочке еще лежит. Что-то тяжелое. На фенинги похоже. Опять немецкие. По-моему, это фенинги эти. Немцы. Вижу пятерочку. В сохране должно быть. Пятерочка, да. Да, друзья. Вот такая вот монетосина. Да, блин, круто, друзья. Бронзовая, да еще и с немецким орлом. С немецким орлом. Это, конечно, никакая не пропаганда. Я вам сейчас покажу, друзья. Смотрите, обалдеть находочка. Вот это прикольная находка. Видали? Такая вот монетосинка. Круто. Ладно. Ха, пошлите дальше. Думал, империю найду, нашел немецкие монеты, как всегда. Ладно, поехали. Итак, движемся уже к выходу, к машине. А у меня выпадает очень интересная вещица. Смотрите. Какая-то там девушка нарисованная. Правда, погнутая штучка куда-то вешалась. Надо немного почистить. Глянь, это типа как Артур тогда с птичками находил. Видишь, девушка нарисованная. Прикольно? Да, нормально. Как раз для меня. Только единственное, что ее разгинать нельзя. Жаль. Надо немного почистить. А ну, мы сейчас, короче, ее почистим и вам покажем. Ой, блин, короче, немного вот так почистили. Вот такая штука. Девица, да? Да. Видите, какая красота. У кого какие предположения, куда оно могло цепляться? На кровать или, я не знаю, на шкаф, на зеркальце. Наверное, царская штучка. Царя Николая Второго, батюшки, лично. Ну, в общем, так. Ну, выбит, конечно, огород. Даже пробок нету. Все выбили полностью. Надо искать огород, где не ходил никто. Вон там будет жир будет у нас. А так. Ладно, наверное, будем уезжать. Сейчас еще переедем на одно место. И все. Так что смотрим и переключаемся.